20 мая в России отметили День Волги. Одна из крупнейших в мире рек берет свое начало именно в нашем регионе. В эти дни одновременно на территории субъектов Волжского бассейна проходит экологическая акция «Вода России». В столице Верхневолжья к ней присоединились волонтеры Тверского отделения Сбербанка. Сотрудники финансового учреждения не только приняли участие в субботнике на берегу Волги, но и напомнили о важности заботы об окружающей среде подрастающему поколению. Верхневолжья акция была организована региональным министерством природных ресурсов и экологии Тверской области совместно с администрацией города. Многочисленный десант сотрудников Тверского отделения Сбербанка высадился на левом берегу Волги, близ жилого комплекса «Волга-Лайф». Вооружившись хозяйственными перчатками и мусорными пакетами, активисты Сбера навели порядок в прибрежной зоне, а также очистили от мусора детские площадки. В общей сложности было собрано около 100 мешков. Как рассказал управляющий Тверским отделением Сбербанка Виктор Аршинов, для финансовой организации было очень важно принять участие в экологической акции в День Волги. Это одно из мероприятий экологической направленности, в которой участвуют сотрудники Сбера. И мы с удовольствием присоединяемся сегодня, 20 мая, к этой акции. Волга – это природное достояние. И наша задача – сохранить это достояние и для наших семей, для наших детей, для наших потомков. Не только сохранить, но и научить подрастающее поколение самостоятельно оберегать природу, заботиться о ней. Такую задачу ставят перед собой представители Сбербанка. Именно поэтому в День Волги Тверским отделением Сбера была организована викторина для учащихся 6-7 классов. Ребятам было предложено ответить на самые актуальные вопросы, посвященные сохранению природы родного края, водных ресурсов. Изучение важных тем, помогающих сформировать у молодого поколения принципы бережного потребления, проходило в интересной для школьников форме экономики. В игровой форме намного проще опознавать экологию, потому что это интереснее, это более разнообразно, чем просто они сидели бы и слушали. Они бы все равно не уловили бы ту суть, которую должны были узнать. А так они намного лучше узнают то, что сегодня про как раз-таки про саму игру и про экологию. В игре приняли участие около 70 школьников. Это учащиеся многопрофильной гимназии номер 12, гимназии номер 10, средней общеобразовательной школы номер 16 города Твери. Ребята получили не только призы, но и бесценные знания о природе, экологии, флоре и фауне нашей страны и мира.